Ну что ж, друзья, мы начинаем. Приветствую всех, добро пожаловать на мой стрим. С вами Элиот, и сегодня мы будем играть в Терру. Да, как я и обещал, возвращаем мы наши PvP-ивенты. Сегодня мы будем охотиться на меня, то есть я сегодня выступаю в роли мишени. Кто был в наших прошлых охотах в Терре, наверное, знают правила, но, наверное, стоит их еще разок озвучить для тех, кто не был. Суть в чем? Я играю в Терру, я играю на сервере Арун, я буду бегать по миру, буду бегать по Open World, по тем местам, где можно спокойно PvP-шиться. Задача всех остальных, кто желает принять участие, найти меня с помощью стрима. Это будет не так-то просто, потому что задержка на стриме стоит 1 минута, то есть у меня будет минута форы, да, на то, чтобы убежать как можно дальше, попрятаться и найти меня и убить. Я буду сопротивляться, я буду драться, но, как мы знаем по прошлым стримам, так или иначе меня найдут, убьют, и тот, кто это сделает, тот, кто добьет мою тушку, тот получит 7 дней вип-статуса в Терре. Промокод, который я после стрима вышлю. У меня их сегодня 10 штук. Ни много, ни мало. Ну, в общем-то, сколько есть, все мы сегодня разыграем. То есть меня сегодня либо 10 раз убьют данный ивент, либо все, что останется. Я планирую постримить часика полтора. Все оставшееся мы разыграем среди зрителей. Поэтому даже если вы играете не на Аруне, даже если вы, не знаю, еще качаетесь, да, не в состоянии убить 65-го персонажа в одиночку, то ничего страшного, не отчаивайтесь, вы сможете, вероятно, дождаться. Я победил? Нет, Соник, ты не победил. Так, приветствую всех, да, сам играет, нам не надо посмотреть. Все, убрал уже заглушку. Напоминаю, что задержка минута, и мы, пожалуй, будем начинать. Надо немножечко поспамить. Куда же без этого? Так, 1 секунду. Ну что, я вижу, что все в порядке. Стрим идет. Проблем нету. И надеюсь, что хотя бы часть зрителей уже готова выдвигаться на охоту. Полетели. Как обычно, локацию я выбираю рандомно, куда лечу. Давайте полетим первым делом. Первым делом, куда же мы полетим? Куда же мы полетим? А давайте-ка мы полетим в Папулеон к Папорикам. Да, конечно же, будем сегодня с вами общаться, много чего интересного обсудим. Я с вами поделюсь кое-какими новостями, впечатлениями. Ну, все в процессе. Давайте начнем стрим и уже в процессе разберемся. Так, срочно побафуемся. Ну что, поехали? Я буду бегать по открытому миру, буду там рандомно петлять туда-сюда. Вы, примерно зная локацию, да, спустя минуту вы увидите, куда я протонусь, должны будете меня выследить. Напоминаю, играю на сервере Арун. Если вы с других серверов, то, ну, сочувствую вам, друзья. К сожалению, я только на этом сервере, у меня есть персонажи, только на нем я играю. Посему так, в окрестности Велики, наверное, не стоит бежать, да, поэтому давайте повернем вниз. Посему, чтобы принять участие, у вас должен быть персонаж на Аруне, ну, притом хотя бы 65 уровня, да, иначе вы меня будете просто щекотать, а не дамажить. Гигантский заяц свой, да в Терре и не такое бывает. Ну, это такие фан-сервис, кому-то нравится, я вот не одобряю. Мне нравится больше бегать на тире. Кстати, давайте перейдем сразу же в PvP-режим, чтобы все понимали, что настроен я серьезно и буду драться. Все, декларировали себя разбойником, теперь все кругом враги. Сам играет на медведь, смотрите, уже все в порядке. Начало, конечно, с заглушечки. Пока готовился, пока все проверял, все настраивал. Да, возможно, мне стоит пересесть на кого-нибудь более медленного. А
кто в прошлом стриме жаловались, что, мол, ты бегаешь со скоростью 280, тебя не догнать. Как так можно? Это нечестно. Давайте пока, да, пока меня никто не найдет, буду бегать на самом-самом медленном зверьке. Ну, такой вот. Видавший виды лошадочки. Со скоростью всего лишь 240. Так что при желании найти меня, догнать, да, будет у вас миллион возможностей. Тем более, вы примерно видите, да, куда я бегаю. Можете протонуться на какой-нибудь из ближайших точек. И покарать меня. Если не встанет это сделать один, если вы не уверены в своих силах, объявитесь с друзьями. Да, друзья, я перечисляю правила, что забыл я вначале про них рассказать. Каковы условия? Во-первых, один ключ в одни руки. То есть, если вы меня убьете, то второй раз можете не приходить. Победа вам засчитана не будет, даже если вы это сделаете второй раз. И второе условие, оно такое спорное, прошу сейчас, чтобы все его послушали внимательно, да, чтобы потом не было вопросов, что убивать меня имеет право, ну, чтобы я засчитал это, да, как убийство, не более чем два человека из одной гильдии. Если вы собрали у меня там пачку в фулконсту и собрались гнобить меня по очереди, плюс убивать по дороге всех, кто будут приходить попробовать удачу, то это будет нечестно. По моим правилам это запрещено, потому что это не фаново. Противостоять целой пачке у меня физически сил не будет, да, хоть как-то одетый, прокачанный. И одиночки, которые хотят попытать удачу, тоже поучаствовать в ивенте, они тоже не смогут ничего сделать, потому что эта пачка будет тоже их нещадно убивать. Это неинтересно ни для кого, поэтому только максимум два человека могут находиться в момент убийства из одной гильдии рядом со мной, чтобы я засчитал это как успешное убийство меня. Так, это кабанчики. Как, смотрите, первыми меня атаковать собрались кабанчики. Но если они меня бьют, то я им тоже вип-статус, конечно же, дам, но боюсь, что у них не сильно много шансов. Хотя... Кто знает, насколько опасны кабаны в здешних лесах. Можно престом попробую, но многие пробовали престами, мистиками, да. Это было забавно. Некоторым даже специально поддавался, когда видел, как им больно. Как они пытаются заковырять меня своей очень слабой атакой. Понятное дело, что саппорты, хилеры не особо приспособлены к нанесению большого количества урона, чтобы успешно заласт-хитить. Но объединяйтесь в пати, ищите там в себе союзников, и вы сможете попробовать, да, кто знает. Может быть, ваш удар будет добивающим, потому что, напомню еще раз, победителям засчитывают того, кто нанесет по мне последний удар. Если за мной бежит там толпа, они меня догоняют, тот, кто меня за ласт хитит, тот и считается у нас победителем раунда. Бой до первого синяка, но у меня 10 кодов, то есть говорю, либо до 10 смертей, либо полтора часа, а дальше разыграем все среди чатика, что останется. План сейчас такой. Конечно, РБшка. Я тот еще РБ, сейчас видите, как я буду направо и налево всех раскладывать. Не впервой. Так что пробуйте и пристами, и кем угодно. Я только за, чем больше народу, тем фанами. А когда еще, знаете, драки происходят уже не против меня, а за меня, то есть когда там пытаются выяснить отношения между собой, кто же будет меня добивать, это же вообще весело. У нас на прошлых стримах происходило подобное. Ух ты, Shadow Evil. Похоже, это первый чувак, который собрался помериться со мной силами. Ну давай. Ой. Так, блин, слушайте, я про баночки-то забыл, где мои баночки. Ладно. Ой, их уже двое. Побежали. Хилимся, живем. Ух ты, ё-моё. А вот и ребята из Нориморсов. Тут начинается какое-то изнасилование толпой. И да, первая смерть. Убивает меня Ярс. Какой именно Ярс? Кто это был? Я не вижу. Он уже убежал. Так, Ярс убил вас. Что ж, сделаю скриншот, чтобы не потерять никнейм. Первая кровь пролилась, друзья, всего лишь спустя 10 минут после начала стрима. Ух ты, ё-моё, сколько тут на реморсов-то набежало.
Не-не-не, друзья, такой толпой бегать бесполезно. Я рекомендую вам разделиться, да, хотя бы по двое бегаете там. Сначала одна пара, потом другая. Так будет честнее и интереснее. Потому что иначе вы испортите весь фан, весь стрим. Но зачем это надо, кому? Я хочу, чтобы было весело. Собственно, с этой целью я и провожу стримы, что... подобного толка, да, чтобы можно было подраться, напомнить людям о том, что в Терри есть Open World PvP. Многие про это забыли. Ну что. Ребафаемся и двигаем по новой. Чат молчит. Все пошли охотиться, не знаю, чатик. Поговорите со мной, пока я бегаю. Сейчас у меня очередной раунд предстоит. Полетим куда-нибудь в новую локу. Так. На что у меня был забинен нолик? Нолик. Надо вспомнить. Ладно. Разберемся, думаю, по ходу дела. Слушайте, может просто на X или нет? Что-то я в своих биндах уже запутался. Мои ПВ-панельки. Ладно, черт с ними. Что? Следующий выход. Полетим-ка мы, пожалуй, в блеклый камень. Ладно, РБ, ну-ка на меня опять человек прыгает разом. Ну, неудивительно. Чего вы от меня ожидали? Гильдейские зажимы. Опровод, я же сказал, не более чем... два представителя одной гильдии. Если будут бегать больше, то мы просто не засчитаем им победу. А если они будут прям целенаправленно портить стрим, то, ну, блин. Дружно все их отулюлюкаем. Пошлем их куда подальше. И мы что-нибудь с ними еще все равно придумаем. Как бы избавиться от хвоста. Но пока все было нормально. Сейчас никаких претензий. Завалить меня успели, честно. Это потом уже куча нареморсов набежала. На мой трупик посмотрели. Поэтому попытка защиты. Можно даже еще немножко порекламить, пока мы тут бегаем. Налетай, торопись. Как-то умудрился заболеть. Да я вроде уже выздоровел, да, я вот последние 3 дня болел, по сути, сидел дома. Сегодня вышел, отправился на фильм «Бэтмен против Супермена». Не буду вам спойлерить, конечно, так, немножко, может быть, мнением поделюсь своим, потому что уж очень меня бомбануло от этого фильма. Но если без спойлеров, то большое расстройство для тех, кто смотрели трейлер, потому что они посмотрели фильм. Это, наверное, главный спойлер, да? Что ребята уже и без того проспойлерили все, что можно было. Вот давайте побегаем по этой чудесной равнине. Тут можно будет попрятаться за елочками. Может быть, эти бамы прикроют мою спину. Да, и наконец-то, кстати, весна на улице. И лично я рад, у меня аж такое сегодня весеннее настроение проснулось. Радостно на душе. Так, куда бы пойти? Там вообще есть какая-то дорога? Или я в тупик бегу? Я бегу в тупик. Блин. Ладно. Значит, меняем маршрут. Конечно, сложно общаться с чатиком, сами понимаете, с задержкой минуты, но... думаю, мы справимся. Пока никого на горизонте, и это хорошо. Можно спокойно побегать, полюбоваться красотами Терре. Так, ага, меня там кто-то чуть-чуть не спалил. Видимо, я успел выйти за рейндж, или там... отображение персонажа не такое далекое стоит. Так, да, поныкаем тут еще немножко. Я уже понял, что преследователи... ищут меня вовсю. Вероятно, удалось мне их обмануть, заглянув в этот тупичок.
Фильмец Угашечка. Не, не сказал бы, что Угашечка, конечно, но очень противоречивый. Как обычно, такой термин можно привести, оверхайпед. Маркетологи, конечно, постарались, даже перестарались со своими роликами, которые соспорили просто все, что можно было соспойлерить в этом фильме. Тут вам даже злобные школьники, которые только и хотят, чтобы вас пригорело от того, что узнаете сюжет заранее, не нужны, потому что маркетинговая компания Бэтмена против Супермена справилась с этим на все 100%. Потому что давайте вот в этой избушке спрячемся. Тут меня не найдут. Эй, блин. Ладно, все, я заныкался. А, кто-то бежит. Этот чувак хочет со мной дуэльку. Пошли. Эй! Похоже, он был слишком низкого уровня. Я еще, наверное, очки бесчестия себе нафармил. Да, 120. Блин, а жаль. Я-то думал, что это кто-то из желающих принять участие в ивенте. Хотя, может быть, это он и есть 32 уровня. Это вообще лука какого уровня, я подзабыл. Ну, понятное дело, что, видите, меня там щекочет буквально. Один урона, два урона. Тут даже драться с ним бессмысленно. А, ну учитывая, что это Лока 40+, то, вероятно, это кто-то из зрителей. Но, извини, дружище Рита. Рита, ты должен немножко подкачаться, чтобы подраться со мной хоть как-то на равных. А то это вообще неинтересно. Ты меня просто щекочешь реально там, да? В лучшем случае. У нас ни разу не весна в МСК, минус 1 или на ветер будет минус 10. Ну, не знаю. Вообще, обычно к нам в нижний... О! А вот с этим можно подраться. Я смотрю, не он тут один. Тут уже трое против меня. Давайте, давай, только втроем что-то и можете. По-другому никак, да? Нет бы по одному подуэлиться. Вы. Черт, их уже больше, по-моему, пора сваливать. Просто убегаю в закат. Сколько смогу, столько пробегу. Их все больше. Преследователи нагоняют. И эта смерть убивает меня. А 33L убил вас. Это у нас представитель реморсов ведь, да? Ну, ладно, так и быть. Все-таки вновь преследователи из этой гильдии настигли меня довольно поздно, поэтому в этот раз засчитаю, да? Но если еще раз я увижу вот подобное, всю локацию в реморсах, то больше засчитывать не буду. Вот еще, смотрите, успели потом Сейтунумана и Хайтандрана побить толпой-то, да? Не разобравшись, что к чему, раскидали всех подряд. Ну что, второй раунд нашего ивента позади. Впереди еще 8. Блин, тут бафаются. Гильтак сердца Бьёрндена. Оригинальненько. Вообще, мне, конечно, нравится, что в Терри довольно большие гилд-таги, можно что-то реально качественное у них забабахать. И, ну, многие гильдии этим пользуются, по крайней мере, стараются. От черт. Отлично, я почармился, да, без стаминки. Ну, ладно. Так ты и будешь по одной локе бегать? Ну, да, обычно я выбираю локацию и бегаю по ней. Что ж, летим в следующую локу. Крутись, крутись, колесо, куда бы нам полететь, куда бы нам полететь. Давайте попробуем спрятаться в окрестностях Тулуфана. Привет, Алё, что это так массово тебя насилуют, но в этом, собственно, и суть. Чтобы навалились толпой, видите, по одному-то они не могут, только толпой и побеждают. Даже понерфленную в дрободан курочку. Только так способны одолеть. Так, надо сразу определить примерно маршрут, куда я побегу. Тут много где можно петлять, мне даже нравится эта лока, поэтому
Скачи, скачи, моя плотва. Отправляемся навстречу закату. Так, нам это интересно, смотрю, не только вам, как минимум, да? Люди бегают и помимо вас. Поэтому прошу вас не мешать пытаться хотя бы другим, да? И по двоечкам там распределяйтесь. Тогда никаких претензий к вам не будет. Если будет прибегать толпа, врезающая все вокруг, ну, блин, это не весело. Зачем? Зачем это нужно? Ради VIP-статуса? Ну, смешно же, блин, это всего лишь 7 дней VIP-а, да? Это далеко не какое-то целое состояние, чтобы ради него идти и бэмить, круша все подряд и портя все веселье. Так, фанчик. И небольшая плюшечка сверху, да, за то, что вы приняли в нем участие. Гоха и Терра, ну ништяк, так я Терру стримлю уже... Сколько? Первые стримы у меня были прошлым летом. Еще даже до анонса Рутера я начинал играть на Америке. И так я в среднем где-то два раза в месяц, как правило, получается, у меня стримы по Терре. Нахожу для них время, вот это уже третий подобный ивент с охотой. Заходят, в общем-то, неплохо. Ништяки раздавать всегда приятно, если при этом еще и пофаниться можно. Все вместе с вами пообщаться, то почему бы нет? Кстати, да, кто, друзья, пропустил наш прошлый стрим по Терре, он был... Буквально на той неделе там я общался с представителем Destiny Development, с Невьяной, да. Довольно интересный по итогу, ну, на мой взгляд, да, получился диалог. Хотя мы там много всякого обсуждали, такого там костюмчиков, да, и просто различного флуда на интересные не очень темы, но... А чего вы хотели, да? Это же был все-таки не какой-то там прям... официальный серьезный подкаст, мы просто собрались пообщаться, моей целью было показать вам, ну, и самому узнать, да, получше, что за люди работают над нашей с вами любимой игрой. Что за люди сидят по ту сторону сетевого кабеля, да, как говорится, и решают, какой же будет Рутера. Ну и плюс, как минимум, ну, на мой взгляд, да, три... Интересные новости мы все-таки узнали. Это про то, что будет PvP-турнир. Можно уже начинать готовиться, да. Правда, пока непонятно все-таки к чему, к 3 на 3 или к Фрайвиндику. Уж не знаю, кто чего больше хочет. Я думаю, что как-нибудь там Destiny определят по своим критериям, что же более актуально будет провести. То, что апдейт с ниндзя будет скоро. Не помню, то ли до лета, то ли в начале лета. В общем, недолго ждать, да, не до сентября, как некоторые думали и предполагали. И еще про какие-то осады в Терре заикнулась Невьяна. Жаль, что ничего больше не рассказала. Но я так понимаю, планируется какое-то прям эпичное масс-ПВП, очевидно, это гильдийский контент. Тот самый, который давно пора в Терре актуализировать еще сильнее, еще лучше. Поэтому, очевидно, стоит ждать. Пока я тут бегаю. Так, тебе нужно дать по лицу, а ты мне дашь випку. Да, все верно. Правила просты. Найти меня, убить меня, ну, то есть нести последний удар. И за это вы получаете 7 дней вип-статуса. Промокод я вам после стрима отправлю. Активируйте его и сможете пользоваться всеми преимуществами вип-статуса. А именно, я думаю, что многие знают, могу показать, вот у меня в правом нижнем углу панелька. Это маунт, вот такой вот снежный тигр. Вообще маунты меняются, да, это у нас уже третий маунт или второй, я не помню по счету, который за VIP-статус. Это свитки на голду с квестов и голду с мобов. Это журнал путешественников, вещь очень даже мастхевная, где ты записываешь...
точку, да, на карте, на какую-то, в локации, и ты мне можешь быстро телепортаться. У меня вот забито несколько. Ух ты, ух ты, ух ты. Это пробегает, явно меня ищут. Они что, с вообще минимальным обзором играют? Так мимо меня прошли или настолько невнимательно? В общем, я, видимо, увернулся от преследователей. Правда, я сейчас все равно бегу по единственной дороге. Так что я даже не знаю, как я тут смогу прорваться через этот каньон, но я постараюсь. Надо быстренько менять направление. Так, вижу Сегу. Может попробовать с ним подраться? Я прям хочу дуэльку с Сегой провести. Давайте сделаем это. Пока еще никто больше не пришел. Ну давай, Сегач. Подходи. Так, Shadow Ripping, ясно. А ну давай, сейчас тебе так по лицу накрашу. Черт, еще и Соник пришел. Не-не, вдвоем нечестно, друзья. Эй, черт. И убивает меня Сегадора. Соник, ты козел. Взял и испортил нам с Сегой дуэльку. Ну ладно. Сега меня добивает. Хорошо, принято. Сега, можешь больше не участвовать, разве что можно тебя будет нанять в защитнике, потому что второй промокод ты уже не получишь. Свою победу ты одержал. Но это было нечестно. Я думал, что сейчас как следует подеремся. Даже кайтить Shadow Ripping не стал, да, поддался немножко. Эх. Ну ладно. Так, самое время, пока мы тут грузимся, почитать чатик. Может, будешь на время приятнее включать заглушку, а потом, когда доедешь до места, выключать, чтобы сложнее было найти. Ну, мы это будем делать, наверное, в процессе. Я... Сейчас меня вроде довольно быстро находит, уже за 30 минут 3 убийства, хотя 30 минут 3 убийства, да? То есть, если я где-то стримить буду еще час, то еще 6. Ну, как раз мы успеваем, то есть, пока темпы моего убийства вполне соответствуют тому, как я и планировал. Одна смерть раз в 10 минут, это нормально. Если я буду дольше, если я прям буду закрывать черным экраном Малевича монитор, да, там замазывать каналы, где-то постоянно ныкаться, то мы не успеем подраться нормально. Я не успею все коды разыграть, как минимум. Либо все дело затянется вообще до какого-то безобразия. Свиток на крит? Я забыл, если есть свиток на крит, по-моему, у меня был сеть. Ну ладно. Значит, раканул немножко. В любом случае, Сега. Норм. Вот Соник взял все и испортил. Нехороший человек. Редиска. Так, куда мы полетим сейчас? Слушайте, а на острове Зари там сейчас мирная зона или ПВП? Я хочу по острову Зари новому побегать. Давайте проверим. Если там можно драться, то почему бы нет? Какой у тебя гир? У меня 15-е пушка и тушка напряжение ПВПшное, остальное 12-е. Я, увы, к моему стыду, в марте очень мало второй играл. 15-й сет себе не доделал. Ну, блин, вы сами понимаете, сколько релизов было в марте. Ничего не успеваю. Апрель, слава богу, поспокойнее будет по релизам, можно будет чуть выдохнуть. Хотя мы сейчас много чего интересного для вас готовим. Вероятно, уже в понедельник увидите новую передачу на нашем канале. Такой небольшой анонс, не буду раскрывать подробностей. Ждите, будет довольно интересно. Есть еще такой, чуть более вперед идущий план. Нет, а что, мерка, что ли, вообще реально, да? ПВП не разрешено, черт. Жаль. Окей, придется тогда менять локацию. Полетим, куда мы полетим? Куда полетим? Давайте побегаем по Нубятнику, посмотрим, как дела в Лимбертауне. А смысл рубать Ноктини, если он при каждом телепорте спадает? Надо его заново включать. Все, вроде бы всю расходку съел, которая есть. Погнали.
Давайте давать реморсом. Но они, видите, быстрее всех, активнее всех. Если их не больше двух, то это их право. Тут войнушка идет, смотрите. Люди любимым всеми гейтваром занимаются, кстати, вообще. Кто-то меня сагрится? Ребят, у вас тут ПВП или что? Ну, давайте, давайте, побежали, побежали. Смотрите, какой тут красивый бегаю. На лошади, хромой. На старой кляче. Ладно, видимо, у них своя война. Не будем там вмешиваться. Остров пиззона, а жаль. Ну ладно, тут уже не пиззона, как видите. Тут ПВП разрешено. И значит, можно воевать. Ой, блин, слушайте, зря я туда бегу. Надо срочно поменять локацию, а то вы видите, да, что там дальше. Там, конечно, кругля можно повертеть, но особо... особо нигде не попрячешься, да, особо там развилок никаких нету. Не считая вот этих вот круговых дорог. Поэтому там-то я точно нигде не спрячусь. Я тебя первый видел. Не знаю. Напал на меня Сега и дрались мы с ним. Это только ивент для одного сервера. Ну, друзья, извините. Играю я только на руне, поэтому что поделать. Если бы у меня были персонажи на, скажем... Какие у нас там еще ПВП-сервераты есть? Потому что на арбаре идти явно не вариант, да, там... С ПВЕшниками особо каши не сваришь. И с правилами сервера. Так, тут, в общем, есть куда разгуляться? Тут тоже в трясине гуванге. Не, нормально, нормально. Найду, где попрятаться. Опять кабанчик атакует. Но он слишком медленный, я даже на кляч от него удеру. А материться у нас нельзя, друзья. За это полагается как минимум тайм-аут для начала. У нас канал культурный. Бытло стримов и без нас на Твиче хватает, поэтому... Мы не выражаемся, да, без особого повода. Хотя вот у меня сегодня прям так знатно, когда смотрел Бэтмена против Супермена, хотелось прям выругаться, прям... Сложно было сдержаться, но, слава богу, я был не на стриме, поэтому позволял себе немножко понегодовать матерно обо всем происходящем и не происходящем. Блин, тут... А хотя, ну, тут нормально, тут, во всяком случае, можно будет, надеюсь, по этим пещеркам попрятаться знатно. Не карту? Да пусть будет. Пусть будет, пока нормально. Пока... Скорость моей поимки и убийства раз в 10 минут, это то, что нужно, да, чтобы не было совсем скучно, чтобы я по полчаса не прятался, как неуловимый Джо, который никому нафиг не нужен. Будем давать подобные подсказочки. Хидео будет на GoHMedia стримить, точнее, там будет стримить Химера, но вместе с Хидео. Может быть, и я присоединюсь, посмотрим. Сегодня у нас, кроме Терра, на канале ничего не будет, а завтра, наконец, вернемся в Division. Я прям тоже уже... Руки чешутся. Пойти попвпшиться в Division. А то у меня в последнее время реально получается поиграть в игры, только когда я их стримлю. В основном. В остальное время просто этого самого времени нету. Так. Тут... Воин хочет со мной подраться, ну давай подеремся. Ой-ой-ой, станом промазал. А, боже мой, почему мы не деремся? Тут же вроде ПВП зона. Почему я не могу его убить? Что не так? ПВП разрешено. Почему тут не идет война? Друзья, объясните мне, пожалуйста.
Меня, конечно, уже нашли, я все понимаю, но... Что-то не так. Тут же не пиз-зона. Вот, написано, ПВП разрешено. Почему? Почему мы тут не деремся? Нифига народ набежало. Это все по моей душе. Черт, ну ладно. Что делать-то, блин? Почему тут мирная зона? Да, обломненько, друзья мои, обломненько. Что же делать-то? Тут народу уже набежало, я даже не знаю, как мне от них скрыться. Так разве что улететь куда-то в другое место. Черт. Ты там говорил, что у меня за мной 3,5 коллеги бегают. Вот они все. Понабежали. Блин. Ладно. Видимо, придется улетать тогда. Так, тем, кто меня нашли первыми, скажу, куда полечу. А полечу я в Dragonfall. Все, сейчас быстро сажусь на льва и пытаюсь убежать раньше остальных. Какое-то небольшое преимущество я получил. Сломал Теру, да. Поехали. Все, теперь свалить бы. Раньше других. Сейчас надо найти какой-то закоулочек, прям срочно, что-нибудь. Секретный поворотик. Вот, да, тем, кто меня нашли сейчас, я в чатик написал, куда я лечу. Все-таки не зря же они меня искали. Вот, отправлюсь налево. Наверняка большинство будет думать, что я побегу вниз, да, как это. Там можно вроде бы дофига мансить. Ну, я всех удивлю и пойду. Вообще много путей давить куда-нибудь. Наверх можно и вниз. А я пойду направо. Баг после острова Зари. Не знаю, они вроде друг друга-то бить не могли, да? Или, может быть, не пытались. Фиг знает, может, реально там какая-то зона забаганная. Надеюсь, что сейчас все будет нормально, потому что тут я точно, помню, дрался. Вы в бою. Эй! Во! Настигают меня. Так. Все, ладно, по крайней мере... по крайней мере, меня бьют. Да? Это мы видим. Черт! Отстаньте от меня! Отстаньте от меня! Давайте, деритесь по одному, будьте мужиками! Я не хочу так бесславно умирать от толпы преследователей. Попробую от них как-нибудь оторваться, но я, конечно, понимаю, что шансов у меня не то чтобы очень много. Черт. Такие зажали меня и убили. Но, друзья, этот заход мы не учитываем, потому что перебор на реморсов на 1 квадратный метр. Все. Кто меня убил? А, слушайте, меня убил-то DSL. DSL вообще откуда? Где он там, DSL? Если он не из Норриморса, то засчитать можно, потому что НРом я не засчитываю этот фраг, их тут было слишком много. Где DSL? С какой он гильды? Может на стриме посмотреть? Ладно, надо будет проверить. Если он не из Норриморсов, то окей. Если из них, то... Извиняй, дружище. Ну что? Это у нас был уже... Надо только не сбиться со счету. Да, это у нас 4-й был фраг. На моей бедной несчастной тушке. Можно написать еще разок объявочку.
Во, все. Как же не воспользоваться чудесным рупором, чтобы порекламить стримчанский? Для того он и нужен. Куда теперь полетим, друзья? Ваше предложение. Мифун куда пропал? Мифун уже давненько не стримит, вы что, уже даже... Наверное, почти год. Он нас бросил это дело. Но его можно встретить по-прежнему у нас на форуме Гохру, конечно же. И полетим мы в Эленью. Набери лук никнейм, а точно. Так, хорошо, отмена. Сейчас проверим, какой там был ник-то, еще разок. DSL is struggling for perfection. Тогда засчитываем. Все, ух ты, full set Кайрака. 15 косами. Неплохо. Тогда засчитываем, друзья. Что ж, 4 фрага есть. Блин, ладно, я тут уже попалился. Но пока задержка, можно полететь в Эленью. У вас просто в этот раз будет чуть меньше, да, делей. Когда вы узнаете, куда я таки полетел. Ой, блин, а микрофон-то я замутал. Разговариваем с вами. Ну что, засчитываем-то, да, это все-таки не представитель No Remorse'ов. Поэтому DSL становится четвертым хедхантером, который может повесить мой скальп на стенку. Что за ивент? Опять найти и покарать? Да, все верно. PvP-ивент. Найди, догони и убей. Получи за это VIP-статус в рутере. На 7 дней, как говорится, мелочь, а приятно. После ивента в Гуванге Мирка, наверное, осталось. Блин, ну... Можно отправить пятишку на этот счет, да, что, мол, не подраться вроде PvP-зона, а... по PvP-шеству там не удается. Баги, они такие, они всплывают порой весьма неожиданно, там, где их, по идее, быть не должно. Раз такое дело, давай мне на Эстонию випку отправишь, и все довольны будут ивентом. Ну, я говорил, что если мы не успеем разыграть за... Я не успею умереть за полтора часа 10 раз, потому что у меня 10 кодов есть, да, которые я буду разыгрывать, то остальное разыграем среди чатика. В конце стрима, я где-то, то есть это будет где-то в 10:30, да, я вам расскажу, что надо сделать, чтобы, не будучи на Аруне, не участвуя в самом PvP-ивенте, получить... оставшиеся коды. Сега! Уже тут. Ну хорошо, так, погоди, соски включаю. Соски. Эй, соски, включайтесь. Все. Да начнется битва. Я готовый. Блин, станом промазал. Черт, ракуля. Он просто катит мою комбу. Опытный риперочек. Уже теперь не только он меня догнал. Эй! Опять какой-то зерк энеров прибежал. Что за беспредел? Опять нам Сега не дает попвпшиться на равных. Да идите вы куда-нибудь подальше. С такими раскладами. Все, я проваливаю. Друзья,
так не круто. Когда вот за мной сколько тут человек бегает. Боже мой, они всем кланом что ли пришли? Серьезно? Типа в телеке засветиться, да? Но привет, конечно. Рад вас всех видеть, но, блин. Это не прикольно. Можно пофаниться, да? Так понимаю, сейчас и слипы выпускать не будут. Ладно, постоим, подождем. Зарегал, что идет у стрима, привет всем. Привет. Ох, ну да. Хорошо, что будем делать дальше? Знакомые все ники. Ребят, как у вас дела? Расскажите мне, пока мы тут наблюдаем за веселым сном моего персонажа. Баю, баюшки, баю, не ложись на краю. Придет серенький Этернити и заслипает тебя. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А у меня же есть брошка с клинсом. Давайте сейчас юзаем ее и убегаем. И убегаем, и убегаем, и убегаем. Все, и выйдем, все, и выйдем. И бежать, 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 бежать. Нет, не удалось. Ну ладно. Я буду драться до конца. Я хочу умереть. Брошка, 2 минуты. Черт, очень долгий откат у брошки. Ах. Ах. Строить нужно такой ходу ниндзя. Да, возможно. Ну ладно. Устроим веселое стояние и смотрение на... Зерк, но реморсов просто. Криса Зерк. Окружили меня и издеваются над бедной курочкой. Фух. Ладно. С другой стороны, время идет, да, друзья. Чем дольше они тянут время, чем дольше они тянут время, тем больше шансов у чатика заработать випку. Каждому по 7 дней. А, то есть они у меня условия станут, и мы отстанем. У меня всего 10 кодов. Я бы рад раздать каждому, но у меня столько нету. Извините, ладно, еще минуты и этот, и попытка улизнуть номер 2. Какие у меня еще есть шансы от них сбежать? Есть какая-то команда на суицид в Терри? Они меня сейчас, как знаете, как в арке, когда там этот, в заложники берешь, держишь соперника на наркоте, там в какой-нибудь темнице, качаешь из него там этот кровь, забираешь его испражнения в качестве удобрения, и вообще ничего нельзя сделать. Да, ну ладно, подождем немного. Эх. Давайте попробуем дать объявочку там. Интересное место вообще можно в рупор спамить, я не помню. Зерк Энеров. Спасите, помогите. Все. Сейчас сюда придет весь сервер и накажет этих зажравшихся товарищей, которые не дают нормально провести ивент. Да, всем VIP и самолет там и $1 000 000 немеченными купюрами, иначе не отпустят. Ну что, ладно, пока давайте пообщаемся. Про что пообщаемся? Что вам рассказать из интересного? Ну вот у меня самые яркие впечатления сегодня, да, это с похода на Бэтмена против Супера. Очень такие двойственные, я бы сказал. Еще попытка, сейчас пытаемся по-царски заивыдить слип. Рот поймал, ясно. Боже мой, может меня хоть мобы убьют? А, у меня даже комплил этот, хранитель кристалла есть, так что можно умирать, не бояться. Эх, я сейчас даже представляю, как они сидят в ТС на одном канале. И думают, что же со мной делать. Там, наверное, тренируют этот, слипчейны, да?
чтобы не выпускать меня из слипа как можно дольше. Зачем они это делают? Не знаю, я думаю, что потому что могут. Потому что никто не может прийти и наказать их за такой бардак. А слушайте, а вот смотрите, там пришел кто-то из Фрагми. Но боюсь, что одного представителя этого клана не хватит. Давайте всем серверам придем и отмудохаем тут на реморсов. За такое безобразие. Клан Вары на реморсов, приходите. Тут куча фрагов, тут просто легчайшие КРП и победа в гильдваре. Куча поинтов в лиге головорезов. Приходи, разбирай. Хотя, как по шмоту в Division. Все голдовое, кроме рюкзака, по-моему. Или рюкзака, или броника. Что там, ни одно осталось фиолетовое. Ну, с хорошими статами зато. Можно пока полюбоваться на... Что это за нигрокролики? Что это такое? Что это за шоколадный заяц тут на экране? Крылышек еще всяких донатерских напялили. Все. Пытаюсь сбежать под шумок. Эй, цешечка в КД была, блин. Мой айфрейм был в кулдауне. Расскажи. Ну, я спойлерить не буду. Скажу только то, что мне за весь фильм понравилось всего две сцены. Ну, самый главный персонаж, который мне понравился, конечно же, Wonder Woman, да, Чудо-женщина. Она там была самым эффектным персонажем всего фильма, и ради нее стоит посмотреть. А в остальном, ну, такой себе, ух ты. Кролик вновь порозовел. Сколько там времени сейчас? Времени 53 минут. Ну что, у нас через полчаса стрим подойдет к концу. Разыграли пока только 4 кода. Поэтому в данный момент 6 кодов еще ждут своих обладателей. Есть возможность. Так. Давайте. Пытаемся на брошки ускакать. Брошка. Работай, брошка. Эй. Выпусти меня отсюда. Черт. Че, брошка? А, блин, ясно, почему она не пахала. Все, теперь брошка работает. Теперь бежать. Я не буду хилиться. Я хочу наконец умереть. Ага, айфреймлю по-царски. Один заайфреймили, одна секунда до отката. Давай. Следующий слип. Черт. Все, наконец-то меня убивали, кстати. А кто-то меня убил? Неважно, кто меня убил. В любом случае, не засчитываем. А стоп, посмотрите, это один кто-то прорвался и спас мою задницу. Ладно, я согласен. В таком случае, Эден Найту я засчитываю фраг. Он реально спас мою тушку от целого клана Нори Морсов. Вся гильда сейчас соснула. Красавчик, все, пятый фраг засчитан. Записано. Скиф чем занят? Не знаю, у него узнавать, он там что-то все твинков качает, что-то, наверное, тестит. Непонятно, что с ним. За кого ты? Я как умный человек, конечно же, за Бэтмена. Да, Кахума, ты прав. Собственно, так и случилось. Кто-то из хитрых рандомов успел, а именно спасибо товарищу Эден Найту за то, что освободил меня из-под гнета клана Нори Морс. В одиночку затащил целую гильдию, не иначе. Хорошо, куда полетим на этот раз? Где я смогу качественно попрятаться? Гавань головорезов, там вроде особо не разгуляешься. Тулфан я уже был, Чибика довольно рядом. Фронтера, погнали. Постоянно вторую играешь или только для стримов заходишь? Нет, я играю, особенно я в январе играл довольно много. Сейчас, как время есть, играю, захожу.
Данжики пофармить, на аренке полетать. Примерно так. Ну что, поехали? О, мы тут не сможем, надеюсь, нормально побегать. Беги, плотва, тащи мой зад подальше от этого гэнбэнга, который был всего лишь 5 минут назад. И беднягу теперь запыкашит. Да я думаю, что он все равно доволен. Хоть кто-то смог это сделать. Респект ему за это. Я в любом случае в Терру играю в таком довольно казуальном режиме. Она мне тем и нравится, что я могу в нее зайти и попроходить там. Покрабить данжики, слетать на аренки, пофаниться. И дальше пойти там работать, либо еще что-то делать. Нет у меня необходимости тратить на Терру, как я тратил на L2 там по 20 часов в сутки. И это как раз то, что мне сейчас нужно. Опять заслипывают саботиру ивент. Ну ничего страшного. Подождем. У нас еще 5 кодов без владельцев, поэтому все, что дождется 22-30, то разыграем среди зрителей. Можно сказать, что нориморцы сейчас делают хорошо чатику. Жены перцы с инвизом, чтобы добивали. Инвиз есть у риперов. У риперов есть великолепная возможность затрить фрагов. Да, карма потихонечку капает. Эй, Соник, эй, па-па-па! Блин, а как спуститься? Обманули дурака на 4 кулака. Наверх. Все. Я, пожалуй, тут повешу, ребят. Мне и тут неплохо живется, я так понимаю, меня не смогут в процессе лазания, да, подбить как-нибудь. Отлично. А, блин, эй, черт. Пам-парам-па-пам-па-пам. Траля-ля. Не достанете меня. Ахаха. Та-дам-пам-пам. Жесть, сколько же их, а? Откуда вас так много? Можно просто в синглы играть. Да, понимаете, если играть в игру, особенно в синглы, да, надо играть в те синглы, которые тебя тоже прям затягивают, и хочется в них играть много-много времени. Ух ты. Нормально. Я все равно могу лазить. Пойдет. А что, сейчас играем в тир, да? Надо проявить свое мастерство и убить меня, потому что иначе не выйдет. Слава богу, держать меня в слипе не смогут. Им таки придется меня убивать. Хитро придумал. Глубокий сон не помеха лазенью по лианам. В тире, оказывается. То есть вообще игр-то выходит огромное множество, да, всех жанров, классов, цен и так далее. И люди им ставят всякие там оценки, да, там 10 из 10, господи, да, там, либо это какой-то инди-трэш, по-разному могут охарактеризовать оценочку. Ну что, друзья, кто не из гильдии Нори Морс и умудрится меня добить на этой лиане, попадет по мне какие-нибудь ранческий лом, то я тоже им засчитаю победу. Но реморсом не засчитаем. У вас есть все шансы спасти меня из этой западни. Сделать это еще разок. О, енот, привет, енот. Так вот, и по-моему, хорошая игра, это именно та игра, в которую тебе хочется играть, в которую ты думаешь там много времени, да, ты там думаешь
как бы там тебе не пойти поработать, да, конечно, работать там немногие любят, но ладно. Как бы тебе там не пойти посмотреть фильмец какой-нибудь, не пойти поспать, а ты думаешь о том, как бы в нее зайти поиграть, там, именно в нее при том, да, вот такие игры. В 2016 году пока только одна такая игра вышла, это Division, который прям засел и с красными глазами там, еле с утра себя заставлял пойти хотя бы там принять душ, почистить зубы и выпить чашку кофе. Только после этого заходить в Division, и то это было прям, мне не в моготу хотелось, прямо как глаза открыл, компьютер включил и погнали в Division. Играть. Боже, ну давайте, давайте. Кто-нибудь спасите меня с этой лианы. То себя прям Тарзаном ощущаю. Какой класс в Тире более востребован? Прист. Бери хила, не ошибешь. Ну или мистик, конечно, да, тут опционально. Давайте посмотрим на них. Вот эти мерзавцы. Назовем их паником. Не, не будем называть их паником. Это еще... Подумают, что их провокация удалась. Эй, сервер, айда реморса вбить. Вот. Сигадора, это похоже на ловушку. Это за трап. Не иначе. В 2015-м такая... У меня всего тоже всего одна игра была, в которой прям засел и серьезно в нее играл долго, пока не прошел на 100%. Это был Batman Arkham Knight. Притом засел у него далеко не сразу. Say no to mana убивает. Ну хорошо, это клан у нас... Left Staff. Поэтому Сейну Тумана мы засчитываем. Хотя у меня такое подозрение, что все-таки это казачок-то засланный, но реморсовский, да? Помню я его по турниру. Есть подозрение, что это все-таки но реморс. Ну ладно, под мои условия он попадает, поэтому так и быть, засчитаю я Сейну Тумана. Но это было в последний раз. Все. Теперь я вношу корректировку, да, если я... Это будет чувак, про которого я точно знаю, что он no remorse, даже если он скрывается под другим тагом, то я больше на такое не поведусь. Хил в состоянии души? Да, согласен, конечно. Просто играть хилом, потому что он самый востребованный, потому что у вас к нему совершенно душа не лежит к тому, чтобы спасать задницы своих тиммейтов и вести саппортный образ жизни, то да, вы вряд ли сможете... долго и качественно им поиграть. Но, если говорить объективно, то все равно это самый востребованный класс. Наверное, им тому и востребованный, да, что не так много находится. Ну, я бы назвал это, конечно, мазохистами, да, но, в общем, самых самоотверженных людей, которые играют за сих саппортов. Хорошо. Значит, считаем, что 6 убийств у нас есть. И полетим. Полетим мы в Китерафей. Не вечер? Нет, не вечер. Я не фанат Ведьмака. Но признаю его... Его великолепие, можно сказать, я признаю. Но... Но не для меня. Красиво. Покажи перца. Ну вот, в следующий раз, как меня поставят там в слипе стоять или висеть, тогда покажу. А так, что вот его пока... Блин, надо только не упираться ни во что. Вот моя плотва и курочка на плотве. Крушитель с силовыми кулаками. Преследователи уже дышат мне в спину. Тут есть лестница? Блин, тут лестница с другой стороны, черт. Может, прямо сейчас поменять направление? Ладно, ладно. Лучше бегу как можно дальше. Так больше шансов сбежать.
Го в чатике, что в чатике? Разыгрывать? Не, ну, я говорил, через полтора часа у меня по плану было постримить именно полтора часа. Все, что не успеем доразыграть, у нас еще 4 кода без обладателей. Учитывая, что сейчас у нас уже 6 минут, то я думаю, что еще 1-2 раза меня убьют. И как минимум 2, а то и 3 кода мы разыграем. Я вот купил сразу на релизе и даже предзаказывал Ведьмака, но еще ни разу не запускал. А, то же самое у меня с огромным количеством игр. Я купил себе, я даже на стримах про это рассказывал, купил себе Mad Max'а, да? Как раз купил его на Новый год. Там были выходные. Была куча свободного времени, казалось бы. Но в итоге, вот вместо Mad Max'а я играл в Terra. Весь январь. Так получилось. В итоге у меня Mad Max так и не запущен, к сожалению. Таких у меня игр тоже множество. Да, я себе что покупал, можно вспомнить. Из такого топового интересного. Последние герои, да. Я их постримил разок, там, 2 часа поиграл. Самое обидное, что их даже не вернуть теперь назад было после этого. О, Айрилис. Которые все, меня опять кружили. Все, приехали, друзья. Мое путешествие на Платве подошло к концу. Самое время показать персонажа. Вот она моя девочка. Попробую сбежать, попробую. Давай, бежим. Нет, нет, нет. Провали, проваливай, проваливай, проваливай. Ах ты, ё-моё, хорошо. Хорошо, сбежали. Пошли прочь от меня. Отвалите. Дайте людям поучаствовать другим. Что же вы делаете-то, черти? Покажи из двух петов. Блин, я не смогу сейчас призвать, я в слипе стою. Вот все мои петы. Это тот самый гнедой Мерин, на котором я бегаю скорость 240. Ради того, чтобы меня... можно было быстрее догнать. Ох, зря я это сделал. Не-не-нет, Hall of the Wise, я тебе больше не верю. Это подстава, это за трап. Поэтому не зачет. Извини, дружище, но не зачет. Сейну Тумана, так и быть, у меня с ним перехитрили, но другими персонажами я уже не дам творить подобное безобразие. Когда явно очевидно, что это подстава. Время общения с чатиком пришло, да. Не, ну, во всяком случае, меня довольно быстро убили. Сейчас есть еще одна попытка сбежать. А в 2014 году эта игра для меня была Shadow of Mordor. Ну и классик, конечно же, да. В нем я тоже очень много времени провел. Не, в группу мы не вступаем. Мы кушаем бафчики, хотя с такими темпами они особо ни к чему, но ладно. Я еще надеюсь на какое-нибудь честное ПВП. И полетим в самый подходящий город для всего происходящего, в Троллион, патролируем над всем произошедшим. Выходные, плюс еще если скидки, то это коварно, Steam забит играми, куча скидок. Да, друзья, я больше не покупаю ни на какие там эти распродажи стимовские, не ведусь. Я теперь ученый, я больше не набираю всякого дерьма за бесценок, который я потом даже ни разу и не запущу. У меня, вот серьезно, у меня игр в Стиме там порядка, наверное, 70, да, или даже 80. Из них 30 или 40, то есть что-то близко к половине я не запускал ни разу из того, что куплено. Прям вот серьезно, покупал хорошие скидки, да, там чуть ли не 75%. И в итоге эти игры висят у меня мертвым грузом. И остальных игр, из них там многие поиграл по паре часиков. Как, например, Call of Duty Black Ops 3, да, я его там постримил. Поплевался, больше не запускал. Герои последние, да, там седьмые, то же самое. Постримил, поплевался, и все. Зомби. 2 стрима я по ней провел. Поначалу было весело и интересно, но потом... потом геймплей достает своим однообразием.
становится уже не весело, не прикольно, и в итоге что-то... Вьюшный хит, по крайней мере, на ПК смотрится довольно уныло. Есть подозрение, что, возможно... Просто дело в том, что это лучшая игра для Wii U, и поэтому она там с таким хитом стала. Ладно, ладно, не буду хейтить Wii-ушников. Им и так не сладко живется. Их и так хейтят собратья-консольщики, да, там... Яро гнобят их плойщики и иксбоксеры. У нас просто, ну, на Гохе же есть раздел, да, посвященный консоликам, и там вечно холивары, там, что круче, PlayStation 4 или Xbox One. Так вот, если туда заглядывает Wii-ушник, то он вообще его вперед ногами оттуда выносят. Даже не разбираясь. Блин, ладно. Нашел Суккуб, попробуем подраться с ним. Давай, Суккуб. Год драка, пока никто не пришел. Ах ты, ё-моё. Опять трап. Что у меня с биндом? А во, работает. Все, отлично, Суккуб. Видите, одного разорвал просто в хламину. Просто без шансов. О, следующий, пуля. Давай, пуля. С тобой подеремся. Ее я тоже сейчас разорву, если успею. Если успею, блин, пошли прочь. Я сейчас устрою вам тут зерга ПВП. Ладно, как минимум одного я успел наказать, и Пиря бы так же отлетела. Только с зергом и могут на реморсы. Ну басы, фу-фу-фу. Эх. Сегодня больше не будет стримов. Кстати, возможно, запустим стримчанский. Почему-нибудь еще. Сейчас закончу стрим, узнаю, если там меня кто-нибудь поддержит. Можно будет вдвоем побегать... Overwatch или Paragon, или можно CS запустить. Ладно, теперь я, по крайней мере, показал всем, кто такие нареморсы на самом деле. Теперь у вас, думаю, не осталось сомнений о том, что только зергом ребята и умеют портить нам ивенты. Давайте уже, убейте меня, убейте. Долбанные зерги, читеров, как вас там еще называют? Может, он поддался? Ну да, один поддался, остальные нет. Так, смотри, стила пригнали. Простим золотые слова, ну да. Жаль, что не все к этому приходят сразу. Есть же шопоголики, да, то есть болезнь такая есть, шопоголизм, когда люди ходят по магазинам, затариваются просто всяким хламом. Потому что там, о май гад, скидки 90%, распродажа, невиданная щедрость, там, две вещи по цене одной и так далее. Ну, это особенно, конечно, распространено у девушек, ну, сами понимаете. Но есть как бы и мужские, мужчины, которые, парни, которые болеют тоже шопоголизмом. На полном серьезе, у меня друг один такой есть, который просто не может пройти мимо скидок на что-то крутое. Ему в Таиланд есть просто противопоказано. Так вот, то же самое происходит со Стимом. Люди просто жить без этих скидок не могут, скупают там какие-то бандлы 100 в одном за лютейший бесценок. Все, убили меня, неважно, кто меня убил, это мы больше не засчитываем. Качаю Overwatch. О, Андрей, погнали. Только надеюсь, что ты не будешь так же нубасить, как делает Гара. Потому что мы вот, когда с Тараном играли в Overwatch, я там... В итоге мы закончили со счетом 10-5, да? То есть, понимаешь, какой у нас был винрейт неплохой. И сейчас у меня там винрейт на аккаунте вроде бы 25-10, что ли. То есть, я вполне удачно выигрываю в плюс. Уже чувствуется скилл и опыт в Overwatch. Если ты не будешь тоже фидонькать, то можно прийти к успеху. Надо наказать. Кто? Кто накажет? Давайте, приходите. Я вам помогу. Вместе завалим нареморсов. Толпой просто загрызем. На один зерк найдется другой зерк, более зерговый. Так, друзья, ладно.
У нас последняя попытка куда-нибудь полетать, подраться. Полетим мы в этот раз в Чибику. Семьдесят — это немного. Но учитывая, что у меня большинство игр из этих 70 это все-таки не какой-то инди-трэш, да, реально купленный бандлами, а игры с ценником от 1.5K и выше, то даже обидно, что что-то из этого я в итоге не запускаю. Например, та же самая GTA-шечка 5, да. Вроде бы все неплохо, игра великолепна. Что-то времени нет, да, а потом, когда есть время, ты так подумываешь, блин. Есть же во что еще поиграть, да, там, пойду-ка я в ХСик рубанусь немножко, или пойду-ка я лучше, там, на Корсарчике в Терру полетаю, или еще что-нибудь. Так и живем. Все. Опять седлаем плотву. И поплаваем немножко. Городунушка, еще какое? А главное, горит-то так, как будто самый тащер. Это я вам по секрету сказал, вы только ему не говорите, а то еще обидится. Что у меня еще? Mortal Kombat, в котором я так даже сюжетку до сих пор не прошел. Хотя я понял, что Mortal Kombat все-таки на ПК это хлам. Не зря его даже поддерживать перестали, хотя меня, конечно, с этого подгорает тоже, да, почему... Это одна из причин, почему я сейчас не захожу в Mortal Kombat больше на ПК, потому что... все. На него разработчики официально положили болт, сказали, что ПК-версия больше не поддерживается, Combat Pack 2 для них не выходит, XL с... Mortal Kombat XL с новым Steam-кодом для них не выходит. И, в общем-то, страдайте, ребят, но с другом на плоечке я с удовольствием катаю Mortal Kombat. Наверное, потому что все-таки файтинги, они созданы для консолей. Нечего строить фигню, играя в них на ПК. Может быть, это, конечно, и правильно. Но обманывать тех, кто купил у вас игру, да, тех, кто в нее вложился и играет, тем, что все, больше мы игру не поддерживаем. Мучайтесь сами. Играйте свою устаревшую, либо покупайте консольку. Это некрасиво, если честно. Да вот тот же я недавно стримил рестлинг, да, на той неделе. Конечно, весело, прикольно, но... Сама по себе игра, да, и стрим довольно веселый получился, но на ПК не те ощущения. Хоть я играл даже с джойстиком, но если бы я был с друзьями, как мы играли же в рестлинг, я про это тоже на стриме рассказывал, вчетвером, за одной плоечкой, сидя на диване перед 50-дюймовым телеком, одно удовольствие, красота и фан был. Одному все-таки не так весело и прикольно. Поэтому я даже не верю, что ее запущу еще когда-нибудь. Так, один Хейла. Ну что, с одним Хейла можно подраться, давай. Тут что, тоже... А, тут пиззона, боже ты мой. Какого черта тут-то пиззона? Ага, но реморсов набежало. Ахаха. Все, ничего вы со мной тут не сделаете. Ладно, друзья, тогда на этом мы будем заканчивать наш ивент. Я так понимаю, что нормально больше нам подраться не получится. Надо будет к следующему моему стриму охоту что-нибудь придумать такое эдакое, чтобы избегать подобных инцидентов, когда одна гильдия бегает и не дает нам ничего провести. Хотя, ну, блин, начали, по крайней мере, неплохо, да, было весело, подрались, побегали немножко. Все, что осталось, зато будет у чатика. Те самые люди, которые негодовали, почему только Арун, сейчас смогут поучаствовать. Так, друзья, ладно. Заходим тогда в город. У нас осталось 4 кода. 4 же, да, я ничего не путаю. Сейчас посчитаю на всякий случай. Вдруг я ошибусь и придется выбивать еще кодик. Так, сейчас, секунду. Первое убийство было от Ярса, второе было от А33Л, третье от Сигадоры,
4-е от DSL, 5-е от Eden Knight'а, 6-е от Сейна Тумана. Все, значит, у нас остается 4 ключика на розыгрыш среди чатика. Рассказываю, как их получить. Друзья, первое, что вам надо сделать, это быть зареганным на Твиче. Это первый пункт, да, загибаем пальцы. Второе, что вам нужно сделать, подписаться на наш канал. Кнопочка follow слева под стримом, ее прожимаем. Если вы вдруг это не услышали, пропустили, не зафоловили, и вас выберет рандом, то извиняйте, тоже код вы не получите. Опять Соник стал шоколадным зайцем. Весело. Так, и через, давайте, минуту, чтобы у вас все это дошло с задержкой, да, я запущу розыгрыш. Запущу розыгрыш в чатике. Да, всех призываю пойти на форум и написать, какие на реморсы. Козлы! Спортили нам вторую половину ивента. Ладно, хоть 40 минут успели нормально побегать. И на том спасибо, что не сразу они так собрались со своим зерго-составом. Так, что-то через минуту я запущу розыгрыш. Нужно будет, после того, как вы зарегались на Твиче, подписались на наш канал, написать команду, выставить знак Raffle в чатик. Ну, видите, сейчас все это будут писать. Пишите и ждете. У вас будет на все про все 2 минуты. Потом я закрою регистрацию и выявим победителей прямо в чатике. По несколько раз писать смысла нет. Бот вас зарегает только один раз. Пока почитаю, что там успели понаписать. Нужен хил, чтобы вытягивал из слипов, когда ловят. Так, понимаете, в чем проблема? Хила они убьют, и меня продолжат слипать. Это для подобного зерга вообще не составляет никакого труда. В части будет розыгрыш, или ты просто успел бросить... Нет, я вбрасывать ключики лучше не буду, потому что... это не так честно, да, многие там начинают сразу же вайнить, а их там какой-то бот стырил, да, у кого-то там ПО, как это обычно. Поэтому мне больше нравится розыгрыш с посредством бота. Он реально неподкупный товарищ, клятый реморсы. Так, ладно, пока почитаю чатик, и сейчас для вас все дойдет, потому что, напоминаю, на стриме у нас задержка, минута, чтобы было у меня какое-то пространство для маневра, которое мы использовали. Так... GTA 5 прошел 4 раза на PS3, PS4 и ПК. Ты маньяк. А ты не играл в онлайн? Она онлайн там самая веселая, интересная часть. Синула, конечно, это весело, прикольно сюжеточку пройти, но именно в онлайне раскрывается все прелести. Все, запускаю викторинку, друзья. Викторинку, розыгрыш, да? Как это правильно назвать? Рандомчик. Все, запускаю. Теперь можете писать команду, кстати, знак Raffle в чат. Регистрируемся. У вас на все про все 2 минуты по моим часам. Когда будет по моим часам 26:30, я закрою, и мы выявим 4 победителей. Среди тех, кто остался. Кто успел? Сега, если выиграешь ты, то ты не получишь, так что можешь даже не регаться. Ты и так уже у нас заработал. А Соник вообще нехороший человек. Бегал со своим зергачевым. Огромные скидки, боже, какие-то. Тоже спамеры в чатик заглянули. Пошли прочь из нашего лампового чатика. Меня зарегите только я с Арун. Да, соответственно, регистрироваться вам есть смысл, наверное, если вы играете в Терру или собираетесь. Если вы нас просто смотрите, то я бы рекомендовал вам дать больше шансов тем, кто реально хотят победить. Кто же смотрел Бэтмена? Я сегодня посмотрел, я уже подгорал немножко по этому поводу. Без спойлеров, но подгорал. Хотя, я не знаю, больше соспойлерить сюжет Бэтмена против Супермена, помимо того, что сделали сами, собственно, пиарщики этого фильма в своих трейлерах, по-моему, нельзя. Там, по сути, весь сюжет вам рассказали, не считая всякой нудятины, которую и смотреть-то не обязательно. Я реально, я видел ролик на 11 с лишним минут,
Все, еще 30 секунд у вас на все про все. С учетом задержки, вы, конечно, услышите это позже, но смотрите на чатик, друзья. Вот, я реально видел на Ютубе ролик длиной 11 или даже больше минут, который просто сделали из всех вот этих вот тизеров, да, там, ТВ-спотов, трейлеров Бэтмена. Это просто 11 минут самого фильма. При том, что фильм сам длится, сколько там, 2,5 часа. То есть, получается, 1/10 фильма сможете посмотреть просто по роликам, вот по этому вот ролику на Ютубе, и увидите все, весь сюжет. Это грустно, друзья. Так, что ж, закрываю регистрацию. И пришла пора выявить четверых победителей. Ненавижу реморсов. По-моему, реморсам нравится, когда их ненавидят. Давайте тогда любить реморсов. Итак. Да что от них ТПшится, пусть стоят. Ради бога. Итак, друзья. Мы сейчас выявляем четверых человек, которые получат промокоды. Вышлю я их после стрима, наверное, в течение минут 10, пока будем готовиться мы к стриму по Overwatch. Поехали. Первый. Это... Азазелька из Following. Поздравляю. Второй. Поехали. Это Едгоджка. Едгоджк. Или как-то так. Тоже из Following. Годится. Ага. Итак. Третий. Это Мерамисан из Following. Годится. И четвертый, последний, это I Black Death 1.4.5 из Following. Все, друзья, ждите свои ключики в приватном Твиче, те, кто были в чатике. Отправлю вам буквально вот-вот. Тем, кто у нас победили в игре, тоже в течение 10 минут постараюсь на игровую почту, вот. Вот сюда вот. Купономания, купончик пришел. Вот сюда вот написать, прислать письмо, поэтому ждите в самое ближайшее время. Оно к вам придет. Что, друзья, на этом наш стрим по Терри сегодняшний подходит к концу. Большое спасибо всем, кто был все это время со мной. Не давали скучать в чатике. Ругали Нори Морсу за то, что они портят нам всю малину. Увидимся с вами уже буквально минут через 20 на стриме по Overwatch. Следующий наш стрим по Терри будет, вероятно, уже, наверное, в апреле, потому что у меня будет совсем-совсем мало времени в ближайшую неделю, да, там куча-куча всего надо сделать. Секретная программа, которую ждите в понедельник, секретный тест по Терри, который тоже ждите, скорее всего, в понедельник или во вторник. И, в общем-то, на стриме по Терри мы увидимся с вами в апреле, на других стримах увидимся с вами уже совсем скоро. Всем пока-пока, до новых встреч. Увидимся, услышимся, как обычно.